Всем слава Мерлоу, пацаны, и даже на моем канале вы не сможете укрыться от этой песни. Меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод, и начинаем с того, что добавим Close Grand, потому что я пихаю его теперь везде. Ну и там есть какое-то фортепиано, какие-то колокольчики вроде есть еще, но добавим их чуть попозже. Наверное, стоит начать с темпа, который равен 129 ударам в минуту, и наш scale это F minor natural. Как-то вот... Разве что вот так. Потом вроде бы вот... Так, и здесь просто будет какой-нибудь вроде такой аккорд. Он, конечно, не входит в наш скейл, но кому какая разница, главное, что звучит. Но еще, конечно, я уверен, что через какое-то время сам Слава Мерлоу на своем канале выйдет и расскажет, как там, что устроено у него в проекте. А пока предлагаю вам посмотреть мое видео. И здесь, наверное, вот поднимем. По-моему, это именно тот самый сэмпл. Какой выбрать? Какой же выбрать? Возьму этот. По-моему, именно этот сэмпл клэпа и именно этот сэмпл хэта. Самое главное, буст. Нет. Да. И, естественно, не забываем про cut itself на басе, чтобы он сам на себя не накладывался. Вот так. Тон-тон-тон-тон-тон-тон. Тун-тун на це. Окей, теперь Ctrl-B и вот здесь. Кик-кик-кик. Естественно, его без буста мы тоже не оставим. Дублирую. Вот здесь, по-моему, их нет уже, этих киков. Клэп-клэп-клэп. Нет, не так сильно бустим. И вот EQ как-то так. Мне так показалось, возможно, все не так. Окей. Хэты, ну и, конечно же, нужно им крутануть аут, потому что они там покороче. И shift. Не так, не так, тут, тут. Для того, чтобы добавить, естественно, ебойность. И это не единственная ебойность, которую я сюда добавлю. А! Но я, короче, если вы были хотя бы на одном моем стриме, то вы все поймете уже, возможно, сейчас поняли, но, скорее всего, нет. Теперь можно отправить это на какой-нибудь второй канал микшера и вообще все ударные тоже на какие-нибудь каналы раскидать. И добавим омнисферу. Я понимаю, да, омнисфера, омнисфера, это плохо туда-сюда, но там есть колокольчики, вот Music Box, которая мне кажется, сюда подойдет идеально. И, кстати, естественно, как только этот ролик наберет 3334 лайка, этот проект окажется у меня в инсте. Ссылка на инсту в описании. Там может будет проект скачать, будут миди-дорожки, омнисфера будет зарендерена. Так что, если вы хотите поковыряться в проекте, вам просто нравится эта песня или этот бит, который я уже сделал, вам каким-то образом уже понравился, то смело ставьте лайк, и тогда скоро уже сможете его скачать, в смысле проект. Так, 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 вот. Вот этот инструмент, который я хочу добавить. Ctrl-C, Ctrl-V. Продублируем на октаву выше колокольчики. Отправим на один канал с пианинкой. Давайте это поднимем на октаву выше. Зачем, спросите вы? А потому что я сейчас жахну сюда half-time. Возможно, его там нет, но я так услышал. Вот эти звуки сделаем чуть погромче, а сам этот инструмент потише. После этого, конечно же, сюда падает Baby Come Back. Очень простой дилей, мне он очень понравился. Переключаем на стрейт, давайте тайм сделаем 1/4, дакер как-нибудь вот так. Включим пинг-понг, естественно, и white out убавим. Wet out, в смысле. Теперь RC20. Space добавим. Но спейса много не надо. 5 будут писать. Слава, этот бит написал за 5 минут, а ты тут устраиваешь. А вот я хочу устраивать. Мне так по кайфу. Да, Сатурн добавим. Вот, по-моему, это то, что нужно. Эквалайзер я вынужден поставить, потому что здесь он очень нужен. Тут очень много низа. Нам нужно из сайда вырезать тоже низ. Low cut. Даже можно убавить колокольчики еще сильнее. Нам нужно добавить еще один инструмент, это Pet Bass, потому что он там есть 100%. Та-т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 а, envelope hold на максимум, все остальное на минимум. Еще нам нужно в басе, вот в этом, нажать Ctrl-L, ну, чтобы все звуки продлились до начала следующего. В envelope тоже сделаем все на минимум, кроме hold, hold на максимум. И нужно дилеем сделать паузу для того, чтобы звучал кик. Можно чуть-чуть убавить дилей. Пропишем Pet Bass. Он прописывается типа так, так и, по-моему, вот так. Ctrl-L.
теперь мы можем перебросить все это Ctrl-C, Ctrl-V в новый паттерн, сделать split by channel и побежать уже в плейлист. Вначале играет вот это все, но на октаву ниже. И, по-моему, это не через half-time играет, а просто заресэмплено. Так что мы сейчас все это заресэмплим. Теперь просто сбрасываем pitch на октаву вниз. Отправим это тоже, давайте, на 9. И на нем просто чуть уберем низа вот так и чуть-чуть вверх приберем вот так. Дублируем сюда хай-хет, делаем make unique, потому что тут играет немного другой паттерн хэта. Так, и вот здесь вот запиночка идет. С клэпом это будет понятнее. И вот эти звуки мы поднимем на полтона вверх, чтобы было удобнее пользоваться вот этой стрелочкой. Просто вот можно чуть сократить и опустить обратно. Да, вот все, вот так. И вот вступление. Хэты можно еще чуть приподнять. А потом дроп, пресвятой дроп. И тут вступает в дело лезвие и 1000 катов. Еще давайте простенький софт клипер снова заменим на T-Rex, потому что он круче. И еще все-таки я убавлю буст баса. Baby comeback тоже убавлю. Дофига его. И потом будет пдуш, вот в этом месте. Поэтому этот пдуш надо добавить. О! Чуть не пропустил. Кидаем сюда. По-моему, он чуть повыше там. Вот как-нибудь вот так. И надо ауто крутануть вот так. Скинем его на 10-й канал микша и чуть-чуть убавим. А бас вытягиваем. И make unique делаем, потому что там чуть-чуть он отличается. И в этом замейк-юничном басе нам нужно вот этот поднять на 2 октавы. Теперь снова куплет, снова мейк-юник на басе, снова идем сюда. Так, ту-ту-ту-ту. Оно бас продлеваем, продлеваем даже вот так. Теперь тут снова пауза, можно правой кнопочкой мышки, чтобы поп сразу удалилось. Тут бас тоже вытащим. И снова вот этот сэмпл, и снова pad бас, но уже без всего остального. И снова вроде как нужно make unique бас. И здесь он вот так играет. И снова бдыщ, бдыщ. Просто это дублируем. И здесь мы сокращаем бас, потому что в конце у нас будет играть уже тут пэд-бас. Потом снова вот этот парт и снова пэд-бас. Сбросим его на какой-нибудь 11-й канал микшера и убавим. И здесь снова сократим. Окей, 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 отлично. Но там в конце есть шум дождя. Вот тут куча всего, и нам просто нужен какой-то фрагмент, где сильно много ничего никто не говорит. Вот этот фрагмент. Какая-то атмосферная фигня происходит на заднем плане. Отправим уже на 12-й, получается, канал микшера. На него надо будет накинуть обязательно реверб. Вот так как-нибудь. Драй убавим, вэт добавим, стерео посильнее сделаем. Нормально. Теперь параметрик, потому что есть какой-то фоновый низ. Чуть-чуть вверх нужно прибрать. И давайте накинем Fruity Balance, чтобы просто сделать автоматизацию громкости. Па-па-па, Create Automation Clip. Казалось бы, все, но нет. Вот уже в этом месте Слава Мерлоу начинает заниматься самосэмплированием. И один из ля он сэмплирует и прописывает им дополнительную мелодию, где поется ля-ля-ля. Не буду напевать. Я сейчас сделаю примерно то же самое. Но есть только один сэмпл, который я могу использовать в данном случае. И этот сэмпл необходим для предельной, недостижимой, максимальной за всю историю канала ебойности. Если ты считаешь, что где-то ебойность была выше, чем вот конкретно в этом фрагменте этого трека, то обязательно напиши об этом в комментариях, потому что человечество должно об этом знать. Окей, добавляем вот это. Е-бой! Колхоз, скажете вы. Неповторимое искусство, скажу я. Нам нужен ньютон, потому что нужно подровнять его высоту тона, этого сэмпла. Вот этот переместим, variation убавим, центр на максимум. Вы можете просто нажать вот эту кнопку и перетащить ее в step sequencer. Я так не могу, мне придется его ресэмплировать, потому что у меня дешевая версия FL. Он на ноте F. Sample start. И давайте настроим ему тоже envelope.
Только релиза чуть-чуть оставим, чтобы вот этот ой, ну в конце, чтобы хвостик был. Нам нужно сделать его клон. Сейчас покажу зачем. И еще вот заходим в настройки, порт моно включаем, чтобы... И давайте как-нибудь это настроим. Вот. Но вот один этот звук, это не так интересно, поэтому мы сделали его клон, чтобы вернуть ему бой. И начнется он с бой, чтобы было типа бой, ой, ой, вот так. Чуть-чуть еще sample start подкрутим. Вот так. И вот здесь удаляем. Но это еще не все. Теперь нам нужно клонировать и, собственно, сам Е добавить. Потому что куда же без Е? Е у нас будет в конце. Вот это убираем. И, наверное, вот так. А если перенести на G? Да. Теперь, конечно же, baby comeback. Ставим на straight 1 четверть, дакер на 50, wet out на 50 тоже. Ретро-колор. Блин, не знаю, мне очень нравится. Ревер включим. Нам нужно вот это тоже подровнять. Ну и, конечно же, такие голосовые штучки нельзя оставлять без OTT. Глубину процентов на 35. И здесь делаем low pass. Делаем вот так. Сейчас покажу зачем. Самую ярость вот эту надо тоже вырезать. Он начнет у нас играть вот здесь вот, потому что мне кажется, что один припев с ебоем будет круче, чем без ебоя. И на нем сделаем low cut, который в конце идет. Мы берем вот эту ручку, жмем правую кнопку мышки, create automation clip. И просто она у нас вот здесь вот начнет съезжать. Потом, когда в конце будет ебой финальный, мы немножко вернем ему высоких. Теперь нам нужно этот паттерн с ебоями расставить так, чтобы было красиво. Чуть-чуть вверх еще. Откроть ему фортепиано. Больно это признавать, но чуть-чуть нужно убавить кик и бас. Ну и все, никакого озона на мастере в данном случае точно не нужно. И перед тем, как мы послушаем этот прекрасный биток, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который подойдет в том числе и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или заказать, напишите мне, ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне в инсту или ВК. И если это видео вам понравилось, показалось интересным, достаточно ебойным или просто понравился биток, то смело ставьте заслуженный лайк под этим роликом. А если было неинтересно, бесполезно, вообще ерунда, ну что поделать, ставьте дизлайк. И самое крутое, что вы сможете сделать для моего канала, это посмотреть другие видео на нем. Для этого достаточно дождаться конца видео или нажать на название канала. Понравилось это видео? Другие понравятся 100%. И с вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео.